Несмотря на бессонную ночь, сотрудники Центра избиркома встретились с журналистами и рассказали о предварительных итогах единого дня голосования. На избирательные участки Карелии пришли около 40% избирателей, на 10% меньше, чем в прошлом году. По данным ЦИКа, на выборах в Государственную Думу в Карелии победа досталась Валентине Пивненко. За нее проголосовало 77 653 избирателя. Это 36,56% голосов. Значит, на втором месте Петеляева Ирина Владимировна. За нее проголосовало 37 118 избирателей. Это 17,48%. В карельском парламенте нового созыва партия власти может рассчитывать на 24 мандата из 36. По 3 места достанутся представителям КПРФ, ЛДПР, Яблоко и Справедливой России. В 2011 году в Заксобрании Карелии было 50 мест. Однако, по словам Алексея Бахилина, кардинальных перемен в составе парламента ждать не стоит. Разве что конституционное большинство на этот раз останется за Единой Россией. В Петрозаводском городском совете практически та же картина. Из 28 мандатов единороссы могут рассчитывать на 18. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника плюс».